В десятке самых крупных рек России Волга занимает 7-е место. Именно поэтому Международный день рек важен и для жителей Самарской области. В честь этого праздника в библиотеке имени Крупской провели квиз для учеников 81-й школы. Мы отмечаем эту дату уже на протяжении многих лет. Мероприятие проходит как для взрослых, так и для детей. День рек очень важен, потому что он за экологию в городах и поселениях, за то, чтобы мы заботились о природе и ни в коем случае не допустили ее загрязнения. Ученики 8 класса поучаствовали в игре викторине «Голубые вены планеты», а также узнали о реках Самарской области. Особое внимание школьников обратили на важность реки Волга. Ребят познакомились с произведениями искусства, посвященными главной реке Самарского края. Завершением программы стало дополнение коллажа «Река добра», на котором ученики написали свои пожелания. С малых лет, да, надо прививать детей к бережному отношению вообще не только к рекам, но и к нашей природе. Они с удовольствием сюда ходят, в библиотеку, хоть любое какое мероприятие здесь не проходит. Они с интересом относятся к этим мероприятиям, потом очень долго обсуждают эти мероприятия. Было интересно послушать, о чем будут говорить. Но я думаю, это достаточно хороший праздник. Забота о природе – это важно. Первоначально День рек был призван бороться со строительством плотин, а сегодня это напоминание о том, что нужно бережно относиться к окружающей среде. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.